Балышева Марина Николаевна. Представляю детский сад номер 12 станицы Каневской на конкурс педагогического мастерства «Воспитатель года Кубани». В дошкольном образовании я работаю с 2015 года. В 2014 году я закончила Ленинградский социально-педагогический колледж по специальности дошкольное образование. Я очень люблю свою профессию и нашла в ней свое призвание. Она одна из самых важных и значимых в жизни современного общества. И хотя это огромный труд и постоянное самосовершенствование, гораздо важнее результат, который ты видишь каждый день. Я благодарна судьбе за то, что пришла в эту профессию, ведь воспитывая детей, я учусь вместе с ними. Я каждодневно стараюсь воспитать в себе самой самые хорошие качества человека. У меня прекрасная профессия – дарить свою любовь детям. И я с большим удовольствием воплощаю ее в жизнь. Я решила участвовать в конкурсе, потому что я человек творческий. Мое участие в конкурсе позволит мне подняться выше еще на одну ступень моего самообразования. Поделиться с коллегами накопленными знаниями, методикой воспитательно-образовательной работы, которую я использую в своей педагогической деятельности. Мои основные принципы работы с детьми – это помогать ребенку и быть социально значимым и успешным, дать детям больше самостоятельности и права выбора, встать на позицию ребенка, видеть в нем личность и индивидуальность. Использование современных образовательных технологий в практике воспитательно-образовательной работы является обязательным условием интеллектуального, творческого и нравственного развития детей. Поэтому я использую в своей работе с воспитанниками новые способы художественно-продуктивной деятельности, развивая творческие способности, мелкую моторику рук, усидчивость, оказывая психотерапевтический эффект. Особое внимание в образовательно-развивающем процессе я применяю здоровье-сберегающие технологии, которые дают дошкольникам новые знания о ценностях физической культуры, культуре движения, знакомят с организмом человека, развивают интерес к здоровому образу жизни. В игровой форме дети учатся выделять в своих художественных работах главный замысел и оттенять второстепенные детали. Дошкольники получают знания, умения и навыки, знакомятся с миром предметов в процессе частичного использования бросового материала. При этом расширяются возможности изобразительной деятельности детей, рассказываются методы обучения основным правилам, приемам и средствам композиции. Высшая награда – это любовь детей. Мои высшие достижения – обычные и простые, в то же время самое главное – любовь детей. Их желание идти в детский сад, в группу и нежелание уходить оттуда. Педагог – это воспитатель, наставник. В этом и есть его гражданское человеческое предназначение.